Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Как я уже обещала, мы продолжаем наше путешествие по Дубаю, и это видео о Global Village. Итак, что же такое Global Village? Отчасти это тематический парк, отчасти рынок, а отчасти парк аттракционов и концертных площадок. Ну а в целом, в нем есть что-то волшебное. Через центральный вход мы попадаем на Арабскую площадь. Купола центрального входа подсвечиваются разноцветными красками. Павильоны спроектированы в виде культовых сооружений или местной архитектуры, предлагая всем прогуляться от лондонского Биг Бена до Пизанской башни. Вот перед вами двухэтажный лондонский автобус. А вот уже купола поменяли свою подсветку. Справа вы видите скульптуры египетских фараонов. А впереди от вас Биг Бен. Тадж-Махал вдалеке. А вот уже виден Колизей, Эйфелева башня и за нею крыша Сидней оперы. Мы дальше продолжаем нашу прогулку вдоль стены Тадж-Махала. Перед вами центральный вход Тадж-Махала. Он очень красиво подсвечивается. Здесь много людей. Вот вы видите слева от вас Биг Бен. И на заднем плане Пизанская башня, двухэтажный лондонский автобус. Ну а справа на сегодняшний день самое высокое в мире здание – Бурдж-Халифа. Вот павильон Бахрейна. Опять Тадж-Махал. Кувейт. Мы приблизились к павильону Йемена и разноцветные окна. А вот сейчас мы переходим через очень красивый мостик со сфинксами и направляемся к павильону Египта. Огромный величественный павильон. Дальше идет павильон Африки. Смотрите, какой он большой, весь светящийся. Там очень красивые резные деревянные фигуры. Вокруг него, перед ним озеро с фонтанами. Фонтаны работают обычно каждые полчаса. Включается с подсветкой, с музыкой. Очень интересно. Вообще, Global Village предлагает павильоны с экспозициями из различных стран, где посетители могут приобрести сувениры, изделия ручной работы, специи и, конечно же, попробовать национальную еду. Очень много кругом ларьков, ресторанчиков маленьких. То есть все могут посидеть, отдохнуть, покушать. Посмотрите, перед павильоном Африки какие фонтаны включились.
очень высокие, все подсвечиваются. Мы решили зайти в павильон Африки. Там представлены традиционные африканские товары, как сандали, сумки, различные сувениры ручной работы, деревянные фигурки, кошельки, африканские масла, различные аксессуары. А мы двигаемся по следам слона. Смотрите, какой красивый мост, украшенный арабскими скакунами. А мы приближаемся к павильону Ирана. Через парадный вход, построенный по образцу древней персидской цивилизации, мы заходим в павильон Ирана. Тут широкий ассортимент продуктов, импортируемых из Ирана. Ковры, чай, предметы искусства, орехи, шафраны, специи – это лишь некоторые из предметов, которые продаются в павильоне Ирана. А в некоторых магазинах представлены антикварные ковры, которым более чем 100 лет. Эти ковры являются культурным наследием Ирана, считаются произведениями искусства. Павильон Марокко, тоже очень красивый. Саудовская Аравия. Огромный павильон Индии. Вообще Global Village объединяет многие культуры, так как посетители открывают для себя разные части мира всего за несколько часов. Он претендует на звание крупнейшего в мире туристического, развлекательного и торгового центра. Началось все совсем недавно, в 1996 году, с нескольких киосков. Вот сейчас вдалеке перед вами фестивальная площадь с ее фонтанами. Павильон Китая перед вами. Площадь Global Village 1 миллион 600 тысяч квадратных метров. И чтобы обойти ее, нужно как минимум 4-5 часов, и это не учитывая того, что вы будете заходить в каждый павильон. К сожалению, у нас не так много времени, и мы хотели посмотреть быстро, как можно больше. То есть в некоторые павильоны мы успели зайти. Вот мы двигаемся опять мимо павильона Китая. Перед вами уже Лондонский Тауэр. А впереди Карнавальная площадь. Смотрите, сколько аттракционов всевозможных. Все горит, все светится. И, похоже, что здесь никто не экономит электроэнергию. Перед вами павильон Таиланда. Вокруг много киосков с возможной едой, где посетители могут попробовать национальные блюда. Вот павильон Японии. Несколько видов с разных ракурсов. Красивый павильон. Все еще гуляем. Вот фасад павильона Южной Кореи. Босния и Балканы.
а рядом находится Believe It or Not музей. Азербайджан, Афганистан. Палестина. А впереди площадка концертная, там детское представление идет. Вообще в этом вилледже не одна площадка, а несколько могут одновременно проходить несколько концертов, представлений. Вот перед вами павильон Americas. Он объединяет центральную, северную и южную Америку. Он сделан в виде головного убора индейцев из перьев, статуи свободы. Заодно можно попробовать мини-панкейки. Вами триумфальная арка павильона Европы, которая объединяет тоже все европейские страны. А с подсветкой вы видите башни павильона Турции. Это вид изнутри, он подсвечивается разными цветами. Очень большой павильон. Сейчас мы его обойдем, пойдем из центрального входа, с фасада. А перед вами павильон Арабских Эмиратов с его знаменитым Дубай Фрейм. Алсана, Пакистан. Любуйтесь, какая красивая аллея из светящихся арок, которая тянется через всю длину Global Village. И вот мы подходим к павильону Турции, к его центральному входу. Турецкий павильон – это лучшее место попробовать всевозможные турецкие деликатесы. Посмотрите, делают вручную турецкое мороженое, его подают прямо на саблях. А перед вами восточные сладости, баклава, паклава, лукум на любой вкус. Мы решили поужинать в турецком ресторане. Вот там подают всевозможные закуски. Там большой выбор есть и шишкебаб, и манты, и лэмб. Вот красивая чашечка с турецким кофе. Как же без этого? Мы выбрали ресторан, которым прекрасным видом перед нами светящиеся огненные фонтаны. Прохладные месяцы года, с октября по апрель, Global Village является одной из главных достопримечательностей города и посещает его более 7 миллионов человек ежегодно. Мы приехали в Village в четверг вечером. Это время, когда начинается выходной день у местного населения. И, конечно же, в этот вечер здесь очень многолюдно. Кроме туристов, здесь местные жители, с семьями, с детьми. Тут очень весело. И стоит это всего 15 дирхам или 4 доллара на человека. Почти все павильоны имеют сцену для выступлений. Вообще вокруг атмосфера праздника. Яркий свет, шоу, музыка, фонтаны, концерты.
И это прекрасное место провести вечер как для взрослых, так и для детей. Посмотрите зажигательный африканский танец. Погода, еда, мини-кругосветное путешествие – вот некоторые из аспектов, которые привлекают посетителей со всего мира в Global Village каждый год. И кульминация вечера – это, конечно же, необыкновенно красивый салют. Global Village работает в прохладные месяцы года, с октября по апрель, и является одной из главных достопримечательностей города. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите следующие видео. Спасибо за просмотр!